хотя у нас во дворе многие переболели. И мы с мужем решили привиться, хотя и никуда и не ездим. Здравствуйте. Вот. Первую прививку мы сделали 6 мая, а вторую прививку 20 июня. Вот. Без осложнений у нас прошло, хотя и возраст у мужа 70 лет, а мне 68. Так что я считаю, что и полезное дело, и для себя, и для общества. Мы почти не выходим из красной зоны с этой вспышкой. Я считаю, что каждый человек должен с пониманием к этому отнестись. Дети мои вакцинируются, внуки тоже. Один в Америке живет, вакцинировался вместе с женой, второй в Москве. Сын в Кирджике тоже вакцинировался с женой. Сноха вакцинировалась здесь, и здесь внуки вакцинировались, родственники, племянники там.